Спасатели МЧС в эти дни дежурят у водоемов круглосуточно. Настоящие морозы еще не наступили, а желающих порыбачить или просто прогуляться по неокрепшему льду уже множество. К примеру, на Каме в Лаишевском районе толщина льда сейчас всего 3 сантиметра. Лед не выдержал 9 человек на кромке и откололся. Людей снимали со льдины в 5 километрах от берега. 3 экипажа на суднах на воздушной подушке. Критичной толщина льда стала и для 2 рыбаков, отправившихся по реке на болотоходе. Средство передвижения провалилось под лед. Людей спасли, но им всем теперь грозят штрафы. Сейчас органы местного самоуправления Лаишского муниципального района составляют протокола на нарушителей, именно вот на тех рыбаков, которые вышли на неокрепший лед. Сразу скажу, что сумма штрафа колеблется от 1,5 до 2 тысяч рублей. Существует постановление Кабинета министров, согласно которому выходить или выезжать на лед запрещено до тех пор, пока его толщина не составит 7 сантиметров. Людям грозят штрафами, а для юридических лиц, да, к примеру, 70 тысяч рублей. Тем не менее, с начала ледостава этого сезона на водоемах республики уже погибло 4 человека. Сегодня в полдень в Чистопольском районе в реке Прость было найдено тело мужчины. Искать 75-летнего любителя кататься по реке на лыжах начали еще вчера. Спасатели нашли утонувшего на дне неглубокой речки. С помощью спецприспособлений подняли со дна и передали сотрудникам полиции. И даже когда лед окрепнет, всем рыбакам рекомендовано не ходить на рыбалку в одиночку и брать с собой нехитрые приспособления – веревку, на одном конце которой петля, на другой – груз. С ее помощью можно будет выбраться из воды. Екатерина Салейкина, Екатерина Нерушкина, Альфред Камилевский, эфир 24. Пока цветет папоротник, весь день на телеканале «Эфир».